Эрдоган позвонил Алиеву, новая армяно-турецкая граница. Азербайджанская пресса распространила сообщение о том, что Эрдоган позвонил Алиеву, чтобы выразить поддержку в связи с гибелью азербайджанского солдата на Тавузском направлении. До этого Министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что азербайджанские в воскресенье осуществляют на Тавузском направлении действия, которые получат соразмерный ответ. Раз уж Эрдоган решил позвонить Алиеву, значит, происходящее расценивается как нечто серьезное. Тавузская граница отныне де-факто является армяно-турецкой, учитывая, что Турция активно поглощает Азербайджан. С этой точки зрения Эрдоган позвонил Алиеву, чтобы выяснить ситуацию на границе. Это кажется гипертрофированной оценкой, но в режиме реальной политики Анкара все интенсивнее подчеркивает отсутствие Азербайджана как субъекта. Здесь, видимо, и кроется мотив пиар-компаний в азербайджанских СМИ, которыми они пытаются представить Армению как виновника сорванных переговоров, как милитаристское государство, готовящееся к войне, и в этом контексте применяются элементы военного шантажа. Целью данных пиар-акций является то, чтобы превратившаяся в армяно-турецкую граница стала де-факто русско-турецкой. Интенсивные кампании в азербайджанской прессе на деле являются инструментом шантажа России, с целью спровоцировать Москву к экспансии в отношении Армении той же интенсивности, которую Анкара проявляет в Баку. Иначе может нарушиться гармония политики Турции и России на Кавказе. Столкновение с Арменией лицом к лицу представляется для Турции тупиковой ситуацией. Турция обладает военной и экономической мощью, но применить ее против Армении для Эрдогана представляется проблематичным из-за ряда сдерживающих факторов, в том числе России. В этой ситуации Россия получает перспективу превосходства, если не мешает Армении играть на развернутом пространстве. И наоборот, в случае ограничения пространства Армении и расширения за этот счет пространства России, Москва может в смысле региональной политики вновь оказаться под турецкой опекой. Москва после армянской победы в Тавуше получила в региональном плане превосходство в отношении Турции. Судя по уровню армяно-российского военно-политического и военно-технического сотрудничества, Москва пока адекватно оценивает ситуацию и удерживает ее. Но очевидно и то, что Турция пустила в ход агентов своего влияния в России для формирования волны экспансионной политики в отношении Армении. А эти круги в свою очередь пытаются задействовать свой ресурс в Армении. Кстати, на этом фоне примечательно опубликование досье агентов российского влияния в Армении, которое в глубинном смысле может быть ресурсом для пресечения действий кругов, заинтересованных в российской экспансии.